А вы знали, что здоровый образ жизни сейчас актуален? Но ЗОЖ – это не только про соблюдение режима дня, закаливание, но и про физическую активность. Кто-то любит прыгать на батутах, кто-то любит танцевать, а я люблю и то, и другое, поэтому сегодня решила поподробнее узнать о новом для меня направлении – Jump Dance. Мария Олеговна, джамп-прыжок, дэнс-танец. Но все-таки, что такое джамп-дэнс? Джамп-дэнс – это сочетание прыжка и танца на фитнес-батуте с добавлением акробатических элементов. Как проходит тренировка? Тренировка у нас составлена следующим образом. 30 минут мы прыгаем на батуте. Это кардионагрузка. Потом мы растягиваемся или разминаем спину, гнемся. Также у нас есть силовые тренировки, это планки, отжимания, пресс, упражнения на пресс. Также у нас идет изучение, отработка акробатических элементов. Есть упражнения с теннисными мячиками. Они у нас для координации. В любом возрасте можно прийти сюда. Джамп-дэнсом могут заниматься не только дети. Jump Dance – это для любого возраста. Также у нас занимаются девушки, да, мамочки и даже взрослые женщины, да, пожилые, которым 60+. У нас такое направление называется Gold. Какие плюсы есть для тех, кто занимается джамп-дэнсом? Плюсы джамп-дэнса – это в первую очередь улучшение кровеносной системы. Работает сердечная мышца активно, да, что немаловажно для физического здоровья, да, каждого человека. Тренируется на джампе вестибулярный аппарат, развивается опорно-двигательный аппарат, улучшаются физические данные, укрепляются кости. А батут специальный? Батут у нас фитнес, специально для таких тренировок. Это не спортивный батут. Наш фитнес-батут сделан таким образом, что все полотно, да, на котором мы прыгаем, оно плотное, крепкое. Также оно перетянуто специальными канатами. Корпус у джампа литой, неразборный, что для техники безопасности очень важно. Мария Олеговна, большое спасибо, что рассказали о джамп-дэнсе. Теперь я тоже хочу с вами тренироваться. Отлично, пойдем с нами. Для чего вы пришли в Jump Dance? Меня всегда привлекал спорт, а тут и спорт, и танцы. У меня было много энергии, я не знала, куда ее девать. Из-за этого нашла такой вид спорта. Просто меня очень сильно привлек этот интересный новый вид спорта. Самое запоминающееся выступление. Однажды мы танцевали Россию, вот с одной девочкой я шла и выносила флаг. Вот вышли, он весь перекрученный был. Как ты справилась с ситуацией? Быстро стали его раскручивать. Самое запоминающееся, когда мы выступали, и одна девочка забыла, где стоит, мне пришлось через весь зал бежать ей за джампом. Для меня все выступления очень запоминающиеся, и я даже не могу какое-то одно выделить из них. Какие качества развивает джамп-дэнс? Гибкость, ловкость. Дружбу, может, какую-то, что вот так вот. Мы дружим, команду, сплоченность. Jump Dance – это про гибкость, прыжки и ритмичный танец. Энергично и зажигающе. Присоединяйтесь и вы к нам!